Так, ну что ж, у нас есть деньги. Давайте приобретем какую-нибудь машинку. Либо стегозавра, либо вампира. Ну вот я думаю взять вампирчика. Вот, все, купили мы машинку вампира и поехали на этой машинке. А ну-ка, интересная машинка. Так, сейчас проверим, как она быстро едет или нет. Делаем кувырок. О, в принципе, удобная тачка. Мне нравится. Так, кувырок. Нифига, там вампир, смотри, едет такой злой. Слушай, да? Вот приземляться, да, тяжело на машинке этой. Надо еще научиться. У нее там сзади какая-то пристройка. Типа крыльев. Вот, и она может, в принципе, цеплять землю. Ну, а так нормально. Нормальная машинка. Да. Ну, как бы скорость у нее такая средняя. Я бы не сказал, ну, и не сказал бы, что там прям супер быстрая машинка. Ну, может быть, ближе к самым дорогим там будут тачки очень быстрые. Я не знаю, как там самые такие дорогие машинки, как их вообще копить деньги на эти машинки, на дорогие. То, что они по 70 тысяч стоят. Эта машинка стоила 5666 монет. Но монет хватило. Так, а ну-ка, лотереечка. Есть. Хорош, хорош. Так, делаем. Флипики. Ох, чуть не упал. Так, а на какую-то я базе еду, интересно. Какая будет следующая база? Оп. Еще раз. Оп. Все, ускорились. 3000 метров до какой-то новой базы. О, отлично, отлично. Нифига, зомбарь какой на вертолете летит. Высоко очень. Сейчас делаем кувырок. Ускоримся, еще кувырок сделаем. О, 1000 метров. А, нет, взорвался я. Ой-ой-ой-ой. Давай, давай. Быстрее едем. Делаем кувырочек. Есть. Успели. Вот она база. Какая... А, четвертая база только. Да, ё-моё. Всего лишь четвертая база. Я думал, там уже база шестая. Вот, лотереечку мы взяли. Всех сейчас сбиваем. Кстати, за сбитие машинка вроде бы не дают деньги. К сожалению. Вот, ускорились. А когда на ускорении ты находишься, да, тогда дают деньги. Сейчас мы кувыркнемся максимально. О! Нормально. И тут кувыркнемся один разочек. Так, а мне по-прежнему дубл-клики надо делать. О нет, они меня сейчас словят. Да, словили. Ну, еще там 5000 метров оставалось до следующей базы. Ну, далеко это, очень далеко. Продолжаем играть в игру Танк Стар. И мы играем на Абрамсе почему-то. Так, здесь встанем. Ну, отсюда будем стрелять от него. Должны попасть. Оп, отлично. Самонаведение там есть небольшое такое. Так, мячиком каким-то стрельнул, но не попал. Да, ну подожди. Вот сюда. Так, все, стреляем, огонь. Есть попадание. Это хорошо, смотри, у меня здоровье вообще полностью стопроцентное. Так, едет близко до меня. Ой, нет. Ладно. Так, слушай, чувак. Вот сейчас я тебя бомбочкой-то заряжу. О, хорошая, хорошо попали. Ох ты, сердечко меня щелкнул. Ладно. Так, давайте возьмем, что там у нас было. А, какой-то вот тройная ракета. Давай, поехали. Во, все, уничтожили танк. И нам дали денег. 200 монет. Ну, 200 монет не так много. А, может быть, мы его прокачаем немножко, танк. Так, давай. Абрамс. А зачем? Подожди, 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 подожди,
Так, вот. Вот этот мой танк, Буратино. На Буратинке поедем. Едем поближе. Так, корова была там, бегала. И попробуем сейчас мы его стрельнуть. Огонь. Ох ты, мимо. Я его не повредил, да? Нифига, ты чё бешеный такой стреляешь, а? Такими ракетками. Так, все, огонь. Ой, вообще мало повредили мы танк. Да. Сейчас он... Подожди, ну а ты чё стреляешь? Ты же там стоишь. Сам себя. Также я могу вот так вот сюда немножко уехать. Вот здесь стану. Развернусь и буду стрелять в него. Во! Так, ну все равно здоровье пока у него еще есть. Так, это что, радиация какая-то, что ли, будет? Нет, не похоже на радиацию. Так, вот здесь, вот сюда, давай. Три ракеты какие-то. О, нифига, все, он взорвался. Готов. Мы выиграли. Сколько монет нам дадут? 200 монеток? Нормально. Так, ну что, давайте попробуем дальше пройти в игре под названием Pepsi World. Pepsi World, как-то так называется игра. Так, давайте возьмем монеток, ладно. Мне надо, главное, грибочек найти. Где-то он здесь есть. Так, а ну-ка, вонючки эти мешают мне. Но, где грибочек-то? Монетки, вот мне, они вот прям как раз не нужны, монетки. Мне нужен грибок. А-а-а, ты чё, а? Вылез-то. Блин. Гад какой, а. Во, грибок, спасибо. Все, мы теперь увеличились. Так, а где мои жизни вообще? А, вон у меня одна жизнь осталась, да? Осталась одна жизнь. Тут ничего не было. На тебе, вонючка. Пикс. Оп-оп-оп-оп. Так, улитка. Интересно, со временем, если подождать, улитка восстановится, вылезет она оттуда или нет? Интересно. Обычно в классических играх, типа Марио, она вылазит. Ну, а здесь, как я вижу, нет. Ой-ой-ой, нет, она не вылазит. Она просто вздыхает. Так, опять меня укусили. Так, а здесь этот жук будет вылазить. Да-да-да-да. Жук, жук, жук. Так, ну где грибочки-то, алло? Яблочко, спасибо. Теперь я могу стрелять. Ох ты, нифига там. Чё я нашел, ребята, монетки. Ну, у меня уже куча монет, правда. Ох, хорошо. Чуть в яму не упал. Так, собираем здесь монетки. Прыгаем. Опа. На тебе, гад, стоишь там. Ох, он меня убил. Да как так? Да как так, ребята? Ах. Так, а что здесь вообще можно? Типа, да, купить одну жизнь, это стоит аж этот самый алмаз. Ладно, не будем пока тратить. Алмазы свои. Так, все. Где-то здесь должен быть. Грибочек. Так, идите нафиг отсюда. Оп. Следующий. Оп. Нету здесь ничего. А, да как ты меня задел, я не понял. Я тебе даже не притронулся. У меня опять одна жизнь осталась. Ого. Это хорошо, что я был большой. Я забыл. Я забыл, если я большой, меня могут один раз ударить. Так, а где, в каком месте меня кто-то там ударял? Может, здесь грибочек есть? Нету. Так. Может, здесь грибочек есть? А, вот здесь яблочко. Ну ладно. А чё тут? Куда ты упала? Яблоко упало вообще черти куда. Ах, провалился я. Так, в горе будем, знаете, на какой машинке ехать? Сейчас покажу. Вот на этой. Поедем. Попробуем. Давно я здесь не ездил, кстати. Тачку я неоднократно прокачивал, поэтому...
должны какой-нибудь сделать рекордик небольшой. Так, ладно. Ну давай, 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 поехали, поехали, поехали. О! Новый рекорд. А-а-а, перевернулись, да? Ладно. Делаем повтор. Давайте улучшим подвеску. Нет, не подвеску даже, а сцепление. Сцепление возьмем лучше. Поехали. Улучшим сцеплением, возможно, мы можем удалить это место. Ох, ё-моё, давай, давай, так что ж ты будешь делать? Я не знаю. Я же улучшил тебе подвеску. Почему ты не можешь проехать-то, а? Скажи мне. Да. Но, давай. О, подвеска все-таки помогла. Проехали мы здесь. Пошли зарабатывать монетки. Ой, тебе, господи. Звездочки. Неплохо, неплохо. Чтобы открыть, кстати, новую карту, нужно 100 тысяч звезд. Ну, сейчас там уже поменьше, конечно, но... Вот, 1080 еще осталось звездочек. Что очень много, что очень много. Да, несбалансированная машинка. Проехать мы здесь, возможно, не проедем. О, давай, давай, давай. О, еще немножко. Ну, давай, 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 давай. О, еще немножко. Нет. Давай, 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 давай. Опа, отлично, заехали. Хорошо. Да, горы достаточно сложные. Сложная локация. Трудная. Ага. Так, нас ожидает еще 100 монеток, я вижу. О, так, 120. Ну вот, еще метод. Если проедем, будет вообще замечательно. Так, сколько там? 800 метров, да, мы проехали? Так, пошло ущелье. О! Так. Ну вот уже 4000 монет у нас есть в кармане. Практически, да, все, есть 4000 монет. Но будем сцепление улучшать для баги. Машинка не переворачивалась. Так, здесь проехали. Вот, замечательно. Так, а что ты не можешь заехать сюда, что ли? Давай немножко так с полтолчка. Опа, еще чуть-чуть, еще. Еще немножко осталось. Ой, молодец, молодец. Так, спи сюда. Все. Зарабатываем звездочки. Давай, 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 давай. А вот здесь сложно уже, почему нам заехать. Так, тормозим, тормозим, тормозим. Нет. Да, спустились. Ну все. Видишь, назад я не могу, здесь мне мешает невидимая стена. Ну, мы здесь, конечно, разбиваемся. Не получилось. Ну что, ребята, отправляемся в Hills of Steel. Играем с напарником. У меня... Я взял Феникса. У меня танк, который любит огонь. Ух ты! Мой напарник тоже с Фениксом. Ладно, у него зелененький, у меня черненький. Ладно, отправляемся. Опа! Жарим, 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 жарим. Так, нифига там. А, они нас теперь мочат, да? По очереди, что ли, Алёшки? На, получи, и ты тоже, дружище. Так, давай сразу подремонтируюсь. Ух ты, ё-моё, какой хитрый. Какой хитрый чувак, на, получай огня. Так, надо его как-нибудь... Так, этот не мешает. На, вдвоём, смотри, двойным огнем его сделали. Хорошо. А, давайте, получаем звезду. Так, еще одна звезда. Давайте, еще раз я буду Фениксом. Еще одна звезда, ребята, и мы откроем еще один сундук нам дадут. Так. Ух ты, Катюша. Ну, поехали, напарничек мой.
Так, а здесь... кто там, я уже не помню. О, это же жнецы, ребята, это жнецы. Опасные, опасные жнецы. Ну, сейчас я его поджарю. На, получай. Жнец, вонючка. Есть. Так, давайте сразу подлечимся. И огнем его спалили. Хорошо. Вот это мне уже нравится. Есть. А, нет, нет, нет еще пока. Пока еще, ребятушки, не есть. Я думал, уже 10 сундуков. Нет, пока 9. Как будет 10 сундуков, мы обязательно сразу же с вами снимем ролик. И откроем, видео сделаем, запишем. На открытие 10 сундуков. Так, ну а также я хотела передать привет Андрею, Эльзе и Елизавете. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, давай-давай, жарь-жарь-жарь. Быстрее ремонт. Ремонт, успею? Нет, не успел. Он забрал мой ремкомплект. Ах ты, вонючка, давай, дружище, помоги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он еще ремкомплект забрал. Да, конечно же, не получилось у нас выиграть, ну ладно.